abaixo, nossa. Личному убеждению, сейчас, сегодня у нас будет очень серьезный день, я бы даже сказал, во многом решающий. Сегодня мы должны определить, или мы выполняем соглашение, или не выполняем. Это моя личная точка зрения, и с такими настроениями мы сюда приехали. Нарушалось перемирие из чьей стороны? Нарушалось, вы это знаете, и вчера журналисты из Вестей были свидетели тому, что российская авиация бомбила три района. Это Нижневартовский, Веденский, даже четыре, Ачхоматтановский и Гаончорский район были произведены. Так что никакого перемирия пока нет. Все, да? Все наши.